Съемки видеоклипа не всегда легкий процесс, но приятный, потому что всегда надеешься на то, что он получится хорошим и красивым. С чего начинаются съемки? Для начала поставьте ноги прямо, параллельно плечам. Посмотрите в сторону, хорошо, готовьтесь тщательно. От этого шага, быть может, зависит успех. А теперь мотор. Это танец древних народов майя, который сегодня не часто встретишь. Всегда находиться в образе на протяжении многих дублей нелегко, нелегко. Посмотрите, она смотрит на свое отражение. Как смотрится блеск на ее губах. Опять этот клип «Золотые облака». Сколько можно? Что на этот раз? О, так даже интересней. Иногда меняется настроение. Волнение и обида. Но не стоит придавать этому большое значение, ведь все это лишь только игра. Посмотрите, как быстро привести себя в порядок, когда до сигнала мотор остаются считанные секунды. Повторяйте это упражнение 3 раза в день за 4 дня до начала съемок. И еще одно, не менее полезное, но сложное упражнение для того, чтобы быстро войти в образ. Втягивание мыслей. Сначала медленно, а потом быстрее, быстрее. Делайте его каждый день перед сном. А это для того, чтобы я им не мешал. Это упражнение можно не делать. Смотрите внимательно на этого молодого человека. Вот, заметили? Еще раз. И еще раз. Стоп! В этот момент он подумал. Хотя, давайте не будем об этом. Рассмотрим стиль танца, который использовал артист в этом эпизоде. Он состоит из 5 основных направлений. Имитация кормления голубей. Синица на дереве. Змея в нападении. Защита богомола. Аль Капоне. Аль Пачино. Спагетти. Посмотрим на этот танец в замедленном режиме. Исходное положение. Центр тяжести приходится на правую ногу. Вы как бы опираетесь на нее. Локти подняты параллельно полу. Пальцы приняли форму кормящего голубей. Расстояние не более 78 сантиметров. Начинаем с левой ноги. Делаем шаг, перемещаем центр тяжести, аккумулируем энергию и мощным рывком выталкиваем ее вверх, делая поворот на 360 градусов. На протяжении всего танца применяются 3 принципа – инь, янь, юнь. Инь – непрерывность движения, янь – постоянное перемещение центра тяжести, юнь – связующее звено между инь
и янь, аккумулятор полярностей. Следующее движение – катание на скейте. Аккумулируем энергию и мощным толчком выходим на финишную прямую. Завершая танец, стойка «Синица» прилетела домой. Следующий отрывок называется «Человек, который открывал дверь» или «Не вошедший». Посмотрите, он отчаянно пытается это сделать, но каждый раз снова закрывает дверь. Все, и слава Богу. Нет-нет, мне не нравится. Выключите камеру, я пошел домой. Видеоклип можно, наверное, назвать средним братишкой кинофильма, потому что младший — это мультфильм. Многое остается за кадром, многое в голове, а многое, наверное, там, где ты его найдешь.